Волонтеры продолжают доставлять лекарства и продукты маломобильным гражданам. Предварительно по телефону уточняют время прихода и предупреждают о том, что пакет размещается на дверной ручке. По требованиям санитарной безопасности заходить домой нельзя. Нужно находиться этажом ниже. После заполнения всех документов пенсионер вешает пакет на ручку и закрывает дверь. А волонтер обрабатывает пакет и доставляет документы в поликлинику. На сегодняшний день у нас всего 3 заявки. Работать мы начали с 14 января, тогда была первая заявка. Всего уже выполнено с сентября месяца более 600 заявок. Я занимаюсь волонтерской деятельностью уже на протяжении 3 лет, то есть с того момента, как я поступила в медицинский колледж. На самом деле это напрямую связано с нашей специальностью, поэтому, естественно, бояться здесь нечего. Нужно быть готовым всегда и вооруженным. Лекарства и продукты доставляют почти 100 волонтеров-медиков. Заявки принимаются по телефонам 24 31 33 и 24 12 20.